Переходим в другой музей, зал. Что здесь? Интересно, а что это? А ну-ка вот это прочитаем. Что это за машина? Артур, прочитай, расскажи все. Красивая машина такая, красно-белая, нарядная такая, с такими крыльями. Лампочки такие, ну прям как ракета. А, это тоже Кадиллак 59 года, зелененькая. Музыкальный автомат. Мышковка. Это вот такой музыкальный старинный автомат. Здесь можно выбрать музыку и послушать. И что это за... еще ездила в 2015 году. Налоги за дороги были уплачены еще 1959 года. Какие? Бэтмен. А, Бэтмобайл. Бэтменовский еще мотоцикл. Трансформер. А смотри, трансформер. Илюша. Илья. Трансформер. Глянь, мотоцикл трансформер. За машины? Я думала, она из фильма, да? А вот здесь написано про вот эту машину. Она стартбрейкер. Что? Она стартбрейкер. Громче сюда расскажи. Она стартбрейкер. Она сделала 1950. А, в 50-м году. А что, это фильм такой, что ли? Вот такая машина. Ну да. А это тоже, смотрите, как будто винт какой-то. Это тоже стартбрейкер. Он тоже сделан в 1950 году. Как это называется машина? Стартбрейкер какой-то. Стартбрейкер? Угу. Тоже сделан в 1950 году. Тоже в 50-м? Да. А так они все здесь такие, да, машины? Да, вот эти машинки вообще, такие еще точно мы никогда не видели. Таких машин даже нет в транспортном музее, ни на одной выставке, да? А вот, что это за машинка зеленая? Да, вот такие еще.
Интересные какие. А это что за... А, Ford, модель Street Rod, да? Вот это Фордик 1932 года. Вот такой Ford. А это что за машина? Откуда она? Броневик, что ли, какой-то? Смотрите, окна какие у него. С форточками. Ой, что это такое? Монстр какой-то. А что там? Погромче, что это вот там такое? Еще покажу. Да, что это за машина? Это... Тут не написано. Не написано? Плеймус. Вот написано. На Плеймус. А? На Плеймус. 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 Как? Плеймус. А вот, смотрите, какая интересная. О, так и вообще, смотрите, как низко вообще. А посмотрите, ступенька какая вообще, да? Тут еще пушисто здесь. Вау, вот эта машинка. И там еще блестит. Вау, интересно. Как какой-то это, принцесса Фроузен. Интересная машинка. Да, и совсем низко. Но это явно, что это по дорогам не поездит, а? Но красивая машинка.